І я представляю, що до нашої студії сьогодні завітав Олександр Виноградов, керівник танцювального колективу, та Дмитро Чернявський, хореограф. Доброго ранку вам. Доброго ранку. Вітаю в нашій ранковій студії і вітаю вже в Миколаєві. Так, повернулися нещодавно, якщо я правильно розумію. Отже, розкажіть, 7 місяців ви були в Туреччині, виступали, так? От давайте спочатку розпочнемо, як це все почалось, чому поїхали і як там все відбувалося? Якщо говорити чесно, то в Україні, в Миколаєві, как бы, заработать бабки сложно здесь, занимаясь творчеством, тем более танцами. Танцы как шоу-продукт – это самый сложный формат, потому что много очень работы, много подготовки, много вложений финансов в костюмы и так далее, в организацию шоу. Вот, поэтому мы продали свое шоу, мы сделали шоу, продали свой продукт одной хорошей турецкой компании, которая подписала с нами контракт, и, соответственно, мы на 7 месяцев уехали жить, работать, кайфовать, заниматься любимым делом на юго-западный берег Турции, город Фетхе. А дивилася, ви записували блоги, так, вашого танцювального колективу, дивилася, як це все відбувається, і перший день був у вас, здається, найскладніший, так? Там було багато різних нюансів, курйозів, от розкажіть трошки про них, можливо, коротко. Там даже не как первый день был такой самый сложный, там была именно насыщенная неделя или даже 2 недели самой подготовки как рабочего нашего места, то есть для тренировок, организации всяких, ну там, не знаю, костюмов, тумб, все, что нам нужно для выступления. И мы это готовили там в первые 2 недели, и это так было. Ух-ух-ух, быстренько-быстренько. Жестко, да, то есть нам повезло, потому что когда... грубо говоря, руководители компании, они увидели, грубо говоря, наметки, демо видео и демо вживую, приехали сюда в Николаев, они приезжали, посмотрели вживую демку, наброски, и как бы я их уверил, что все будет окей. Тобто не было еще готово? Да, готово, полностью продукта не было, было, можно сказать, демо, то есть наметки, и как бы они увидели потенциал, поняли, что ребята могут, но дело в том, что до того, как они, вот, руководители компании приезжали смотреть сюда в Николаев, мы находились в Саудовской Аравии, поэтому мы не могли подготовиться как следует, то есть к их презентации, для того, чтобы им показать. Вот, соответственно, мы им объяснили, что нас не было в городе, поэтому нас не было в Украине, поэтому вот сейчас покажем то, что есть. Мы показали, они поверили и... Ну, все получилось на самом деле, мы ответственные ребята, мы все делаем сроки, стараемся, по крайней мере. Ну, я пам'ятаю, що найкурйозніше це було зібрати паркет у вас там, здається, так? Це саме сложна частина нашого шоу була. Так, і все ж, перший виступ, як сприймав саме турецький глядач, як вам, ну, яка була атмосфера? Первое шоу у нас проходило в отеле Liquor World, это очень крутой отель. Там в основном европейская публика, то есть европейцы вообще очень хорошо воспринимают. Да, в принципе, наши люди, украинцы, русские, все воспринимают хорошо такое творчество какое-то, тем более то, что мы делали в своем стиле. Ну, был взрыв, мы не ожидали на самом деле, мы когда вышли на сцену, люди начинали взрываться, и как вы видели во влоге, все, что там снято, это все вживую, это все по-настоящему, поэтому эмоции просто зашкаливали, потому что мы очень волновались, подготовка была серьезная, как воспримут, не знали, и в итоге, когда мы вышли на сцену, сразу же, вот буквально первые 30 секунд, мы услышали, как весь театр взрывается, просто шумно, возгласами, аплодисментами. Ну, как бы мы поняли, что окей, понеслась. Ну, от ми зараз також бачимо трошки елементів того, що очікує, да, що побачить в Миколаєві. Ну, бомбезно, круто це дійсно. Дмитро, да, поділіться також і вашими емоціями від першого там виступу. Мои эмоции были вот такое, я не ожидал, что настолько будет классный такой фидбэк от зрителя, и тогда хотелось просто вот отдаваться еще дальше, когда люди тебя поддерживают на буквально каждом твоем движении, ты просто выходишь и такой прям
розірвав танцпол, так, як то кажуть. Розкажіть, що в Миколаєві буде, бо вже цими вихідними, так? У вас, окрім танців, там ще декілька елементів. От розкажіть, що очікує. Так, Inspire Extreme Dance Show – це не танцювальне шоу, це не шоу-балет, це не балет. І мені хотілося б, щоб вот эту прив'язку, яка многим людям, от я об'ясняю, многие не догоняють ще, що це реально. Мені хочеться немного роз'яснити. То есть Inspire Extreme Dance Show – это смесь calisthenics, workout style. То есть у нас будут стоять турники, и ребята будут работать готовые крутые номера с крутыми трюками. У нас будет велотриал. Это парень, который приезжает из города Харьков, участник нашей команды, и он будет представлять свои номера, свои перформансы. Вот. У нас будет много акробатических трюков, вольной акробатики, силовой акробатики. У нас будет современная хореография и брейкданс. То есть все это замешано в один такой вкусный коктейль. И будет подано очень интересно и необычно. Вот. И вот это будет называться Inspire Extreme Dance Show. То есть мы представим то же самое шоу, что мы работали за границей, но с небольшими дополнениями и при участии еще ребят, которые, ну, здесь наши друзья, наши коллеги, которые тренируются в слайсе, и мы сами как бы преподавали в слайсе, мы сами учились в слайсе когда-то давно, и сейчас ребята, которые в слайсе занимаются, они подключаются уже к нашему шоу, дабы сцену юности заполнить более полноценно. Вот, тоже есть один нюанс. У нас в коллективе есть два парня. Один из Венесуэлы, другой из России. Но, к сожалению, они не могут приехать в Николаев на это шоу. Поэтому их роли и их парты будут выполнять ребята, которых мы приглашаем из города Харьков, наши друзья. Вот, они заменят, потому что, ну, Венесуэла, как вы понимаете, далеко. А с Росією у нас контри, от поэтому никак. Так, ну, але все одно, я думаю, все ж очікує такий бомбезний коктейль. Якщо не помиляюсь, це вже в п'ятницю цю буде, відбудеться. Давайте нагадаємо, де, коли, куди приходити, щоб... Концерт Холі Юнес в самому нашому класному концерт-холі в 19.00 22 ноября. От, поэтому... Ждем всех, обязательно приходите, будет круто, зарядитесь классной энергетикой, получите море вдохновения и сил дальше делать уже своє творчество. От, потім приходіть. Ось така хвилинка натхнення для вас також. Дякую, що завітали, розказали. На жаль, не встигаю все запитати, але ще, думаю, зустрінемось в студії, тому що про те, як працювати українському артисту у Туреччині, дуже багато можна розпитувати. Олександр Виноградов, керівник танцювального колективу, та Дмитро Чернявський, хореограф, сьогодні були у нас в гостях.